Коллеги, день добрый. Давайте начинать. Сегодняшнее видео, сегодняшний вебинар посвящен ПОИ-коммутаторам, коммутаторам от фирмы Vitec. Недавно мы анонсировали данного производителя в нашей линейке, в нашей продуктовой линейке. Данным производителем мы начали заниматься относительно недавно. Собственно, и сейчас начинаем записывать цикл вебинаров, цикл видео, передача о том, собственно, из чего, из какого оборудования состоит линейки данного производителя, преимущества этого оборудования, применение и так далее. Сегодня речь, собственно, о коммутаторах, которые производитель позиционирует под телефонию, под IP-телефонию. Будут, соответственно, моменты касаемо преимущества данных коммутаторов, сравнение с конкурентами, ну, собственно, обзор самой продукции. Давайте начнем буквально пару слов о самом производителе. Значит, компания существует с 2009 года, достаточно активно работала в IM-сегменте, но вот последние годы направила все силы свои на собственный бренд, бренд Vitec, Wireless Technology, ну и выпускает, собственно, на данный момент достаточно широкую линейку именно POI коммутации, а также Wi-Fi мостов, точек доступа. Про Wi-Fi пока мы не анонсируем информацию, да, поскольку заказы по ним мы будем привозить в Россию чуть позже, да, поэтому, собственно, пока речь именно о коммутации. Компания находится в Китае, несколько, соответственно, центров разработки. Можно отметить, что выходцами в данной компании работают выходцы из достаточно бюджетных известных компаний, как, например, TP-Link, Netis. То есть сотрудники понимают, как производить достаточно бюджетное решение и достаточно качественно. Собственно, перейдем непосредственно к линейке. В принципе, задача была следующая, то есть изначально это проект IP-матики и, скажем так, совместная работа компании IP-матики и производителя. Да, была задача разработать устройство, цена порта, в которых равна либо, собственно, меньше цены блока питания для IP-телефона. То есть, скажем так, войти в сегмент совсем низкий, бороться уже там не с коммутаторами, а с блоками питания. Вот. Задача была, на самом деле, выполнена. Разработана линейка оборудования. На данный момент она состоит из 5 моделей. В чем отличие, соответственно, да, как я уже сказал, то есть это цена low cost, ниже любых конкурентов на рынке существующих в данный момент, ниже сетевых вендоров, ниже вендоров, которые занимаются видеонаблюдением. Об этом будет пару слов дальше. Значит, все коммутаторы поддерживают стандартный POI, то есть активный POI 802.3ATAF. То есть до 30 ватт на порт может выдавать устройство. Но плюс в этой линейке неуправляемых, именно подчеркиваю, коммутаторов поддерживается ряд функционала, который нас отличает от других производителей. Это так называемый COS, VLAN и передача питания и, собственно, сигнала на расстояние до 250 метров. Также надо отметить, что все коммутаторы обладают внутренним блоком питания собственной разработки производителя, на который в том числе дается гарантия 3 года. Многие производители, многие наши конкуренты, они делают в различном корпусе устройства, то есть в отдельном корпусе коммутатор, в отдельном блок питания. Это, у нас, соответственно, это более функционально, удобно и надежно. Так, теперь по вот дополнительным этим фишкам, да, дополнительному функционалу пройдемся непосредственно, что из себя представляет.
Ну, надо понимать, что все-таки КОС здесь это не L2, привычный всем, да, КОС это, скажем так, урезанная некая такая версия, но отмечаю, опять же, что это именно в неуправляемых коммутаторах, которые стоят там соответствующие деньги. Это приоритизация портов. То есть на коммутаторе определенные порты имеют приоритет номер один, наивысший, да, все остальные порты имеют второй приоритет, то есть низший приоритет. Соответственно, какое применение может быть? К приоритетным портам подключаются те устройства, трафика в которых наиболее критичны в задачах, ну, например, как, допустим, ВКС, либо там телефон, соответственно, директора, да, всегда должен иметь наилучший канал связи, да, вот можно этого достичь за счет вот данной технологии. В различных коммутаторах, соответственно, набор этих портов с наивысшим приоритетом различается. Это зашивается непосредственно на заводе, то есть соотношение какое количество портов с первым приоритетом, какое количество портов со вторым. Под проекты можно говорить о индивидуальном подходе, то есть о зашитии приоритета на приоритет один, да, на нужное вам количество портов. Идем дальше. Режим VLAN. Да, забыл сказать, режим COS – это функционал, который присутствует во всех этих коммутаторах данной линейки, и он неотключаемый, то есть он всегда работает, нельзя настроить, собственно, включение и его выключение. А дальше функционал, который уже можно физически как бы включить тумблером, то есть вот на слайде видно как раз в правом нижнем углу коммутатора расположен небольшой тумблерок, который переключает непосредственно режимы работы данного коммутатора. Он трехвариантный, да, то есть стандартный вариант это обычное использование коммутатора, то есть без какого-то дополнительного функционала. А второй вариант режима это вот как раз режим VLAN. Это некая изоляция портов. Что он означает? Что трафик от абонента идет непосредственно на WAN-порт, и связи между абонентскими устройствами отсутствуют. Соответственно, например, злоумышленник, который находится на четвертом порту, как вот, допустим, ну, либо недобросовестный, скажем так, сотрудник, да, он может влиять на, соответственно, на первый, второй, третий порт, да, допустим, гнать какой-то мультикаст туда, либо собирать информацию с этих портов, да. В нашем случае, соответственно, все порты и при включенном режиме VLAN, да, все порты изолированы, и, собственно, трафик от каждого абонента идет только на WAN-порт. Ну, в данном случае на данном коммутаторе на два WAN-порта. Следующая функция – это функция Extend, режим передачи питания и данных на расстояние до 250 метров. То есть это третье положение переключателя. Соответственно, если сравнивать с сетевыми вендорами, как правило, у них используются стандартные ограничения, то есть как в Ethernet 100 метров до абонента. В нашем варианте ну, питание непосредственно, да, и передачу сигнала можно организовать до абонента на расстоянии до 250 метров. На самом деле в наших тестах, да, мы достигали и больших расстояний. Зависит от используемого кабеля. Рекомендуется использовать 5E либо 6 категории. Такая достаточно интересная функция, собственно, когда у вас коммутатор находится в серверной, а абонент достаточно далеко, да, то есть больше, чем за 100 метров, да. Применение может быть как в телефонии, так и частенько такие решения бывают и в видеонаблюдении применяются.
Идем дальше. Ну, собственно, для чего предназначена данная линейка оборудования? В первую очередь, собственно, исходя из позиционирования, это под различные IP-телефоны. Совместимость, соответственно, наивысшая. Все аппаратные, все абоненты, которые поддерживают стандарт 803 ATF, они будут работать с нашим оборудованием. Соответственно, кроме телефонии, мы видим, ну и понимаем, собственно, да, что также абонентами могут выступать, опять же, те же IP-камеры, точки доступа различные, ВКС-терминалы. Тут надо единственное отметить, что, в принципе, во всех случаях нужно считать PoE бюджет по подключенным абонентам, да, и, собственно, смотреть, хватит ли бюджета коммутатора на данных абонентов. Но это касается не конкретно нашей линейки, это, в принципе, во всех проектах, где используется PoE оборудование, нужно обращать на это внимание. Наша рекомендация делать неопределенный, вернее, запас по бюджету, то есть если у коммутатора там какой-то бюджет есть, то там, процентов 10-20, да, оставить, ну, собственно, про запас в случае изменения ваших там, замены абонентских устройств, допустим, на более прожорливые, да, вам все равно как бы хватит этого бюджета. Значит, сама линейка коммутаторов выглядит вот так, сравнительная таблица. Как я уже говорил, то есть 5 моделей на данный момент, значит, ну, собственно, видно, да, начиная от, на слайде видно, да, начиная от 4 портов устройства до 48, то есть до 48 абонентов, конечно, можно подключать нашим коммутаторам. Ряд коммутаторов имеют оптические оплинки. То есть, начиная с 16 портов, есть уже оптические оплинки. Ваттаж виден на слайде по PoE распиновке. Пару слов буквально. Коммутаторы поддерживают стандартные выдачи активного PoE. То есть, по парам 1, 2, 3, 6. Но под определенные задачи, под проекты, там, под какое-то эксклюзивное оборудование. Редкое оборудование можно, в принципе, заказать из другой распиновки 4, 5, 7, 8. Собственно, ну и функционал, который поддерживается в моделях, указан на слайде. По конкурентам теперь еще раз пройдемся. Как я уже сказал, то есть линейка разрабатывалась, чтобы заменить блоки питания IP-телефонов, выйти на ценник блоков питания. Вот, в принципе, это было достигнуто. То есть, если сравнить с блоками питания по телефону Yalink, мы уже чуть дешевле получаемся по цене за порт этих коммутаторов. При этом мы имеем дополнительный функционал 250 метров, VLAN, косы, бюджет, соответственно, выше, чем в блоках питания и так далее. По сравнению с сетевыми известными вендорами, мы отличаемся ценой. Розничная цена у нас процентов на 10, в некоторых случаях больше, ниже. При этом, опять же, функционал у нас присутствует дополнительный, в сетевых производителях нет. Если сравнивать с производителем видеокамер, то ряд функционала в них присутствует, будь то там 250 метров, либо VLAN, иногда встречается косо, но, как правило, это не сочетается в одном устройстве. Да? В наших устройствах сочетается набор этих функций, собственно, этим мы и выделяемся. При этом ценник, если сравнивать с производителем видеокамер, у нас ну, уже на порядок отличается, то есть достаточно низкий. Также есть некоторые производители на рынке, но, опять же, они не совмещают в себе таких вот, такого набора характеристик, как, собственно, цена и вот дополнительный функционал озвученный. Ну, буквально пару слайдов сравнения на конкретных моделях нашего оборудования и конкурентов.
Ну, тут вот как раз можно видеть, да, чем мы отличаемся. То есть, если с блоками питания, то у нас она чуть-чуть ниже, как я уже сказал. Если с сетевыми вендорами мы ниже процентов на 10-20. Если с видеокамерами, с вендорами по видеокамере, то там значительная разница более существенная. Собственно, по ваттажу также есть информация, как я уже сказал, смотрите на бюджет устройства, под телефонию, на наши коммутаторы можно предлагать в 99% случаев. Телефоны потребляют достаточно мало, начиная с 2 ватт. И, собственно, этого бюджета хватает за глаза. Значит, второй слайд сравнения, опять же, с конкурентами. Восьмипортовики у сетевых вендоров есть, но они здесь выпадают очень сильно как бы по цене, поэтому с ними сравнений нет. Соответственно, картина также как бы видна, да, ясна, я думаю, вам. Также в этой линейке коммутаторов присутствуют, собственно, и аксессуары, это инжекторы. В нашем случае мы предлагаем пассивные инжекторы, но пассивные не 24-вольтовые, которые достаточно распространены на рынке, а 48-вольтовые, которые совместимы, собственно, со всеми телефонами E-Link, мы проверяли в своих лабораториях, но и совместимы с кучей других устройств, которые присутствуют на рынке. Объясню, в чем тут, собственно, в чем тут фишка, да, скажем так, пассивные устройства, как правило, выдают питание по, собственно, парам 4, 5, 7, 8, и эти пары, они отличаются на самом деле от распиновки абонентских устройств, но все современные ой, абоненты, как правило, поддерживают двойную распиновку и 1, 2, 3, 6, и 4, 5, 7, 8. Поэтому совместимость с данными пассивными устройствами будет. Вот. И мы на практике, собственно, это проверяли, как я уже сказал. Поэтому можете обращаться к нам с запросами, вот, будут ли совместимы данные инжекторы с какими-то моделями устройств, которые вы планируете подключать. Мы либо посмотрим по своей базе на совместимость, либо дадим вам на тест, чтобы удостовериться, но можно сказать уже заранее, что тут шанс совместимости очень высок. Собственно, в принципе, у меня на сегодня все. Вот. Если есть у вас вопросы, обращайтесь к нам по телефонам, по e-mail. Всегда будем рады помочь. У нас есть информация по нашим линейкам, допустим, какие абонентские устройства, сколько потребляют POE. То есть мы очень оперативно сможем вам подобрать под ваши проекты, подобрать под определенных абонентов, сколько нужно коммутаторов, какого этажа и так далее. На этом все. Спасибо. Хорошего дня, удачных продаж. Всего хорошего. До свидания.